Специально для MC Боба from Balashka Squad, VRF's Map. Ваш текст, сударь. Давайте, пацаны, расскажу вам сейчас про место, где вам не сбежать от гопов. Обилие пацанчиков и грязных мусоров. Простите, полицейским, подражки у нас творится пиздец, таких людей заживо съедают, а затем убивают. Пацанчики сидят повсюду и везде, и слушают спиной, эй, пацан, чё с тобой? А мелочь, а чё? Опять рублей найдешь? А если найду, то уебёшь. А хули, а хули? А если найду, то уебёшь. Время 6 часов, скотовозка меня ждет, все остальное не волнует. Свиноматери толкают, пацанчики сидят, повелка выступает, деваться некуда. В середине вагона находишься ты, и надо выходить. Ну хер там было, тебя не упускают. Тут как ролер, за это был вагон. Пускают по кругу его грязную жопу. Он кричит и ноет, мол, приезжай, случилось. Круговорот контроль сковала. В вагоне скотовозки продолжался довольно мало. Продолжался довольно мало. Зачем добрались, вывалил из старых, теперь уже охрану ждет херов торнадо. Об этом, пожалуйста, не надо. Об этом, пожалуйста, не надо, блядь! Если умали, то посетите, смотрите в оба и не тупите. Чтобы когда за копам не попасться, особо для этого не нужно стараться. Прячьте пьем, притворитесь кустом. Вы алкоголики вообще ни о чем никогда не расскажут, ничего не поймут. Посетите бильярд, если найдете, или бассейн, в который пишут старые тети. Малашки парня правит хардбас. Все, кто не лох, носит Адидас, вернее Абибас. Ибо нереал увидеть такой лейбл, все просто попал. Вот ты попал! Есть что сказать про Балашиху, блядь. Район противоречивый, здесь много как скорее. Но тем не менее находятся такие, кто не станет стремиться и жаждут научиться. И жаждут научиться. Если бы, конечно, пацана из-за девахи знает, он вернется за тобой. Он вернется за тобой с пацанами из Балаши. Он вернется из Балахи! Пацанами из Балахи! Пацанами из Балахи! Из Балахи, блядь! Бля,